Мужской хронограф от Жак Леман легендарной серии 1117. Продается с успехом уже по всему миру в течение 20 лет и до сих пор является хитом продаж. Спортивная модель, которая стала настоящей классикой у бренда. Данная модель серии 1117VN. Часы с хронографом. Хронограф – это накопитель времени. Здесь хронограф работает как обычно. Запускаем нажатием на кнопочку «А». У нас с вами начинает вращаться маленькая стрелочка на нижнем циферблате, который на цифре 6. Когда она пройдет минуту, у нас с вами заработает секундомер на цифре 9. Здесь отложится 1 минута. Тем самым ваш хронограф рассчитан на полчаса. Еще один циферблатик показывает вам половину дня. То есть сейчас у нас без 5, без 7, 11. После полудня. То есть близится полночь. Сейчас мы выключим с вами хронограф нажатием на кнопку А и обнуляем его нажатием на кнопку Б. Стрелочки встают на 0. Также на данной модели есть тахиметрическая шкала. Если вы увидите в центре, маленькими насечками идет до 1000. То есть при желании можно засекать скорость движения автомобиля, поезда, замеряя отрезок времени, опять же, с помощью хронографа. Данная модель обладает повышенной водозащитой 20 атмосфер, что позволит вам плавать, таким небольшим дайвингом заняться. Здесь заводная головка откручивается. Мы ее вначале откручиваем, на один щелчок мы переводим дату, на два щелчка мы с вами переводим стрелочки. Закрыли и закрутили. Но по обратную сторону не очень получается закрутить. Модель выполнена из высоколегированной стали, которая не вызывает аллергии при ношении. Еще важно отметить, что часы читаемые также в темное время суток, потому что на индексы и стрелки нанесена краска с накопителем света.